Хочется думать, что мы все белые лабораторные мыши, что двигается по лабиринту, который называется жизнь. Итак, друзья, всем привет! Меня зовут Сосулин Борис, и сегодня мы поговорим о голодании, точнее, о том, в каком формате голодание представляется в СМИ. И мы обнаружили, что иммунная система как бы перезагружается, начиная работать эффективнее. В мозгу ускоряется восстановление нервных клеток, улучшается память и скорость мышления. И, что очень заметно у грызунов, увеличивается продолжительность жизни за счет того, что организм меньше подвержен сердечно-сосудистым болезням и онкологии. И сейчас эту историю поддерживают самые разные специалисты – врачи, эксперты и научно-популярные деятели. Но что скрывается за этим не совсем понятным для обывателя термином голодания? Голодание ведь может быть разным. Исследователи уже доказали, что ограничение в питании у животных в течение длительного времени позволяет им жить дольше и при этом быть здоровее. Этим роликом я открываю цикл передач, которые будут посвящены голоданию и всему, что с ним связано. Периодическое голодание, кето-диеты и так далее по списку. Сегодня мы поговорим об исследованиях животных и о том, как голодание продлевает им жизнь. И вот здесь открываются совершенно замечательные возможности для обмана организма с помощью чувства легкого голода. Именно то, что было проделано с крысами, и то, что проделывают с людьми. Популярная диета 5 на 2. А на данный момент есть единственный доказанный способ замедлить старение животных. Это заставить их немножко поголодать. Кроме стимулирующего воздействия на иммунную систему, ученые обнаружили еще один мощный эффект от непродолжительного голодания. Отказ от пищи замедляет старение тела, мозга и сосудов и, по сути, продлевает жизнь. Не будем терять время, давайте начинать. Для тех, кому не терпится, тайм-коды есть в описании к видео на YouTube и в комментариях к видео, чтобы вам было удобно найти интересующий фрагмент. Люди хотят жить дольше, некоторые хотят жить вечно. Так зародилась концепция health span – это увеличение продолжительности жизни и антиэйджинга. И сейчас это большая тема, ведь жить вечно и продлевать жизнь – это тренд. Убеждение о том, что голодание защищает от старения, приобрело широкую популярность. И как грибы растут, методики продления жизни, кето-диеты, низкоуглеводные диеты и повальное увлечение биохакингом. Также активно начали говорить об аутофагии. И да, аутофагия – это не сексуальная девиация, а вполне научный термин. Как запустить чистку организма на клеточном уровне? Аутофагию. Это открытие удостоено Нобелевской премии. Движение под таким лозунгом завоевывает все больше апологетов по всему миру. Мне каждый день приходят подобные сообщения. И иногда спрашивают про портал нестарения. И также высылают публикации ведущих научных журналистов. Поэтому я решил взяться за эту тему и разобраться. Сегодня мы поговорим о громогласном заявлении. Голодание якобы продлевает жизнь животным, крысам и обезьянам. Или не немножко, а основательно поголодать. Мыши, которым дают есть примерно процентов на 20-30 меньше, чем им хочется, а это вот, если вы по себе представите, довольно так впроголодь. А эти мыши живут процентов на 10-20-30 дольше, чем мыши, которые едят от пуза. Как пример подобной риторики, связанной с нестарением и другими методами продления жизни, я приведу портал нестарения, который помимо голодания и обычного обязательного потребления брокколи для долгой жизни. Порций Катон Старший еще до Рождества Христова в своем труде о лекарственных растениях описал, что капуста очень полезна, и она может исцелять даже рак. То есть если прикладывать капустные листья к раковым язвам на груди, то они зарастут. То есть больным раком, возможно, что стоит принимать больше. Это выводы этого исследования. Отказа от так называемых конечных продуктов гликирования, например, от меда. Помимо использования лечебного голодания, периодического голодания и кето-диет для предотвращения рака, также предлагают и схемы пожестче. Например, применение доксициклина – это антибиотик. И также солей лития – это препарат, который используется в психиатрии. Все в микродозах с целью продлить жизнь. Причем авторы и создатели таких методик, евангелисты продления жизни, защищают принципы, которые были использованы Сергеем Фагея, биохакером, о котором я делал ролик подробный вот здесь. В принципе, тоже чем занимается Серж Фаге, только нам не нужно вот такие горсти есть, и я объясню почему.
И даже в комментариях сооснователь проекта у меня под роликом написал, что подмет ночами копать у меня получается плохо. И они, конечно, правы, я копаю подмет днем, ведь я не сижу на психостимуляторах. Я прожила довольно долгую жизнь. Ибрагим вам что-нибудь говорит? Сразу скажу, я не против концепции продления жизни. Она мне нравится. Я против тех методов, которые транслируются сторонниками, напоминая помесь средневековой алхимии и ассортимента продавца наркотиков. Некоторые из этих принципов я нахожу опасными, а некоторые – это просто натягивание совы на глобус. Я надеюсь, я никого не обижу, я предоставляю альтернативный взгляд на проблему и альтернативную трактовку тем исследованиям, которые я увидел у продлевателей жизни. Как всегда, ссылки на подробные материалы есть на сайте проекта. В описании к видео на YouTube там ссылочка на сайт. Ролик сложный, но на простом примере одной темы я хочу продемонстрировать, насколько широка пропасть между реальными научными данными и их популярной интерпретацией. Идея о том, что сокращение потребления пищи или ограничение калорийности замедляет процесс старения и продлевает жизни у самых разных животных, это один из столпов геронтологии. Голодание, ограничение количества калорий и ограничение количества конкретных нутриентов – это разные протоколы и разные диеты. Но в массовой культуре почему-то голодание – это равно долгая жизнь. Его участники голодают по 2,5 суток, отчего работают более эффективно и чувствуют себя при этом прекрасно. Слушай только того, кто хорошо выглядит, кто хорошо себя чувствует. В начале 20 века Осборн и его коллеги сообщили о том, что самки крыс с задержкой роста и задержкой полового развития жили дольше нормальных крыс. Возник вопрос, почему это происходит? Так зародилась идея о том, что количество съеденной пищи и рост массы тела может повлиять на жизнь животных. 1935 год. Зарождение темного времени мировой истории. Тяжелые времена и мир на грани войны. Маккей и его коллеги решили детально изучить этот вопрос. Они использовали ступенчатый метод кормления лабораторных животных. Кормили так, чтобы крысы не попадали в выраженный стресс от ограничения в еде и также могли расти в среднем со скоростью 10 грамм массы тела в 2-3 месяца. И было обнаружено, что только у самцов, но не у самок, в таком режиме возрастает продолжительность жизни. В подобных исследованиях животных, которые находятся на ограничении, нужно с кем-то сравнивать. И для этого существует группа животных, которые питаются по собственному усмотрению, контрольная группа. Их тип питания называется ad libitum. Одних контролируют, других нет. На видео, снятом в лаборатории, разница между двумя группами очевидна. С одной стороны, мыши, которые голодали. Они выглядят совершенно здоровыми. Они активно двигаются, поведение нормальное, органы не повреждены. С другой стороны, мыши, которые питались как обычно. Только 35% из них выжили. И еще в далеком 1935 году авторы побоялись делать громкие выводы. И ученые подчеркнули, что крысы, с которыми сравнивали голодающих крыс, это контрольная группа, могут подвергаться негативному воздействию на здоровье из-за ожирения. Кормление по собственному желанию, ad libitum, делало крыс толстыми и повышало массу тела. Более того, во время эксперимента случайная поломка в системе отопления дала ученым новую пищу для размышлений. Голодающие крысы были, мягко говоря, не в тонусе и просто погибали из-за того, что не могли выдерживать низкую температуру в помещении, в лаборатории. Проще говоря, голодающие животные не адаптировались к изменениям окружающей среды, в отличие от животных, которые не голодали. В 1961 году Росс и коллеги показали, что в раннем возрасте, когда крыса только начинает расти и развиваться, необходимо высококалорийное питание, высокобелковое питание и высокоуглеводное питание. Такие диеты без ограничения калорийности полезны для животных. Они позволяют крысам быстро развиваться. Такие крысы имели низкую смертность в сравнении с теми, что имели мало белка и мало углеводов на первых этапах жизни. А во второй половине жизни, наоборот, те крысы, что имели ограничения, жили дольше, чем их коллеги, которые не отказывали себе в пище. Вывод сделан был простой. Когда организм растет, высокое потребление питательных веществ
снижает смертность и оптимально для развития размножения, а во второй половине жизни, наоборот, сокращение калорийности снижает смертность. Это важный тезис, поскольку некоторые даже своих детей сажают на низкокалорийные диеты и вносят в их жизнь практики голодания. А принцип лечения один и тот же – очищать. Кушать не давать, конечно, это трудно с ребенком, но… Важный вопрос, который задали ученые – может ли ограничение в калорийности увеличить максимальную продолжительность жизни за пределами биологического порога? Ученые не были так позитивно настроены, как делают современные продлеватели жизни. Ученые сделали вывод, что именно переедание сокращает продолжительность жизни, а не ограничение калорийности продлевает жизнь. Те крысы, что едят по собственному желанию, жиреют, полнеют и умирают раньше своих контролируемых коллег. Я неоднократно поднимал тему калорийности и питания по собственному усмотрению в моих предыдущих роликах вот здесь. Люди, как и крысы, когда едят по собственному усмотрению, часто переедают и имеют лишний вес. Также стало известно, что существует оптимум, который способен давать на начальном этапе максимальный рост и развитие организма, а во второй половине жизни поддерживать организм в здоровом состоянии и способствовать повышению выживаемости. И это оптимум – норма потребления калорий для сохранения определенной массы тела. Сейчас важной парадигмой голодания стало утверждение, что этот метод универсален для всех и что голодание продлевает жизнь у самых разных животных и даже микроорганизмов. Почитайте материалы сторонников, это их важнейший тезис. Часто говорят о том, что, мол, наши предки голодали, это эволюционная особенность, которая нам досталась, стресс, тяжелые времена, не хватало еды, у нас это сохранилось. Но важно то, что голодание не универсально для всех животных и даже не универсально для разных полов женского и мужского в рамках одного вида животных и даже в рамках одного штамма лабораторных крыс. Следовательно, эволюционное объяснение недостаточно для того, чтобы говорить, что голодание продлевает жизнь. Потому что если что-то есть у животных, то это вполне возможно может быть и у нас. Но это не так. Мы генетически готовы к тому, чтобы не есть постоянно. И мне скажут, Борис, а почему оно не универсально? Дело в том, что Суиден и коллеги сделали разбор исследований по теме, где продемонстрировали, что это не универсальная история. Вот громадный мета-анализ. В общей сложности 246 исследований, все вместе, на мышах и крысах, которые охватывают период с 1934 года по 2012 год. И обобщение этих данных показывает, насколько сложна степень влияния ограничения калорийности на продолжительность жизни. Просто ограничить недостаточно, нужно быть генетически удачной особью. Крысы по-разному реагируют на ограничение калорийности в зависимости от их генетики. И разброс совсем нехилый. Например, дикие и беспородные крысы показывают большее увеличение продолжительности жизни в сравнении с лабораторными крысами. Отдельные штаммы крыс показывают вообще только 2-3% увеличение выживаемости. В частности, исследования, проведенные Ляо на разных штаммах мышей, показали, что 40% ограничение калорийности как продлевает жизнь у одних мышей, так и сокращает жизнь у вторых, а у третьих оставляет неизменной. И как это все объяснить? Да все просто. Голодание – это генотип-специфическая вещь, и в зависимости от генетики она может как увеличить продолжительность жизни, так и внимание сократить. Почти в два раза, в два раза дольше они стали жить неожиданно. Представляете? 38% продление жизни. Продлилось аж на 83%. У них жизнь продлилась аж на 32%, вот это тоже в США исследование проводилось. На 80% сократился риск. Маккей и коллеги также показали, что у самцов крыс есть результат, а у самок нет. Следовательно, это тоже новый переменный фактор. Не только генетика, но даже разница в поле. Но всегда легче сказать огульно, голодание продлевает жизнь. И неважно, что у вас там с генетикой или какой пол. Другой метаанализ, 145 исследований, 36 видов, также указывают на значительную гетерогенность. А вот еще интересный факт. Дикие пойманные крысы не давали никакого результата при ограничении калорийности, то есть у них не повышалась степень выживаемости. А вот как раз потомки этих крыс, которые выросли в лаборатории через поколения, показывали уже интересный результат. Со следующими поколениями эффект от ограничения калорийности был более очевиден и становился сильнее.
Тут животные, и мы можем экстраполировать исследования с крыс на людей, очень-очень натянуто. Но также есть исследования и на насекомых, и некоторые умудряются их трактовать и переносить на человека. И да, научные журналисты без всяких проблем берут и переносят эксперименты с насекомых и даже с дрожжей на людей. А почему бы и нет? Но есть загвоздка, у мух совсем другая история. Ограничение калорийности сокращает их продолжительность жизни. Иногда появляется интересное исследование, на этом типе животных голодание продлевает жизнь. Значит, для людей то же самое. Если не продлевает, об этом не говорят, а если продлевает, то, конечно, надо их экстраполировать на людей. Дело в том, что у мух у дрозофил результаты зависят от пищи, которой их кормят ученые. Например, мухи потребляют больше воды при ограничении калорийности питания, если имеют доступ к воде. Тут в этом исследовании ученые показали, что потребление воды повлияло на продолжительность жизни у мух. И здесь важен не фактор питания, а потребление жидкости. Самец мухи, например, требует очень маленькое количество белка или не требует совсем во взрослом возрасте. И такого полно. Ссылочная масса есть в описании к видео. Сайт проекта, смотрите все детали. Выводы на мухах довольно простые. Продление жизни у них происходит не из-за ограничения калорийности, а из-за макроэнергического состава, то есть белков, жиров и углеводов, и их соотношения. Но кому какая разница, в СМИ это уже все смешалось, теперь у журналистов просто голодание, которое просто продлевает жизнь. А вообще выделяют разные факторы – нутриенты, влияние метионина, ограничение калорий, каждый из этих факторов. Вот даже на мухах потребление жидкости повлияло. Все факторы надо рассматривать отдельно, а не объединять их в совокупность идеи ограничения, как делают евангелисты продления жизни. То есть метионин – это как центральный момент. Почему? Потому что без нее снижается инсулиноподобный фактор роста. Один. Наступил на морского ежа в Таиланде, и пошло заражение. Пришлось ампутировать ногу, или иначе бы умер. Уже шла речь об ампутировании второй ноги. Там пошло заражение. А если бы мы, допустим, достали бы голодать, активизировали бы метафагию по определенным протоколам, можно было бы все это избежать. Но они же не знали. Но самая главная история – это жирные крысы. В пользу голодания для продления жизни высказывалась, например, Евгения Тимонова, ведущая канала «Все как у зверей». Одну группу кормили как обычно, а другую на 40% меньше. И в итоге крысы, которые сидели полуголодными, пережили крыс, которые хорошо кушали, практически в два раза. Мама, в два раза. Но на самом деле все наоборот. Это у лабораторных крыс все как у людей. Без контроля крысы переедают, толстеют, болеют и умирают. Раньше крыс, у которых диету контролируют. Главная и редко упоминающаяся деталь в исследованиях, из которых СМИ делают громогласные выводы, заключается в том, что в контрольной группе крысы жирные. Это крысы, которые не подвергаются диете. Но я не ожидал, что в некоторых случаях крысы будут в два раза жирнее. В массиве исследований ограничение калорийности у грызунов, как правило, вводится во взрослом возрасте. Это 3-4 месяца с момента рождения. На этом этапе крысы уже подросли, вес тела стабилен и сохраняется на протяжении всей жизни. За исключением старости, в которой, кстати, наблюдается умеренное снижение массы тела. Также происходит и у людей с возрастом. Положительный энергетический баланс, повышение количества калорий вне нормы и повышение массы тела – это все, что ведет к снижению выживаемости, повышению риска развития заболеваний, связанных с диабетом, с ранним старением, с раком и прочими заболеваниями, как у животных, так и у людей. В некоторых экспериментах контрольные группы не ели от пуза, их тоже ограничивали. Но, несмотря на это, у них не было сильного ограничения, они все равно набирали вес. И разница в том, как крысы жили и когда умирали, определяется энергетическим дисбалансом. Он определял разницу в результатах. Если тезисно, у крыс нет контроля, они переедают, жиреют и болеют. Кормление по собственному усмотрению не соответствует стандартам контроль здоровое животное. Поэтому использовать таких животных с такими протоколами недостаточно. Это ограниченные данные, чтобы делать долгосрочные выводы в плане продления жизни. И самое интересное, если взять этих же жирных крыс, контрольных крыс, и на 20-40% снизить их потребление пищи, у них задерживается развитие болезней, потому что они что? Худеют.
Жирные мыши в контрольной группе, которых начали ограничивать даже в середине жизни, в сравнении с крысами на ограничении в течение всей жизни, стали также терять вес. И в итоге увеличение средней продолжительности жизни у крыс, которые всю жизнь находились на диете, составляло всего 5% в сравнении с теми крысами, которые начали диетиться только в середине жизни, когда уже потолстели. Не забывайте, крысы и обезьяны – не люди. Их поведение и их питание – это продукт адаптации к условиям лаборатории и не отображает реального поведения человека. А что делать крысам в лаборатории, как не отъедаться? Поведение крысы в рамках лаборатории комплексно исследуется при изучении наркотиков. И крысы становятся зависимыми из-за того, что у них бедная среда, депривированная среда. Как люди в деревнях спиваются от нечего делать или переедают, когда скучно или стресс. Увы, в некоторых случаях еда – это главная радость жизни. 60 тысяч мышей и крыс, 10 лет исследований, Национальный институт старения и программа биомаркеров старения в Национальном центре токсикологических исследований. Совместно они провели подробный обзор всех известных данных. Исследователи наглядно показывают, что снижение веса является основным фактором продления жизни при ограничении калорий. Переедание и, как результат, энергетический дисбаланс, ожирение – все увеличивает оксидативный стресс, воспаление, приводит к диабету, болезням почек, раку и прочему, и в итоге ограничивает продолжительность жизни. И вот еще пара интересных фактов. Голодающие крысы снижают уровень базового метаболизма. Это то, что было обнаружено и на людях в условиях ограничения калорийности питания. Об этом у меня есть очень интересный ролик про миннесотский эксперимент. Я рекомендую ознакомиться. Это хорошо известный феномен. Дефицит продуктов питания приводит к гипометаболическому состоянию, при котором температура тела и скорость метаболизма падает. То же самое происходит и с людьми на жестких ограничениях. И это общепризнанный физиологический механизм. 95% энергии, что вырабатывает тело, связано с распадом органических молекул и потреблением кислорода. То, сколько тело производит тепла, отображает интенсивность клеточного метаболизма. И это наблюдается и на крысах, и на людях, и на всех млекопитающих. Например, у мышей определенного штамма у них было ограничение калорийности 40%, у них снизилась температура в кишечнике. И довольно значительно. Снижение температуры тела в ответ на ограничение калорийности также наблюдается в ряде других исследований. Если мы забудем об ограничении калорийности и забудем о массе тела, а просто будем говорить о том, что температура связана с продолжительностью жизни, мы можем также с уверенностью вместо голодания рекомендовать, например, холодные ванны. Либо переезжать в северные страны, чтобы снижать температуру тела и дольше жить. А сейчас мы приступим к важнейшей штуке – это исследование на обезьянах. И вот в 2014 году проводили похожий эксперимент на приматах и получили практически те же результаты. Макаки и резусы, которые вели полуголодное существование, состарились гораздо меньше и чувствовали себя гораздо лучше, чем сытая контрольная группа. Мы видели уже много исследований, где просто низкокалорийное питание значительно продлевало жизнь приматам – это макаки и резусы. Недавно буквально получено исследование, когда низкокалорийное питание значительно продлили жизнь, почти на 50% средней продолжительности жизни у лемуров. Эти фотографии с обезьянами облетели интернет, и появились громкие заголовки «Голодание продлевает жизнь». Первое 20-летнее исследование на макаках-резусах было проведено в Национальном исследовательском институте штата Висконсин. Согласно выводам, 50% животных из контрольной группы выжили. А в группе, где было ограничение калорийности, выжили 80% всех животных на моменте, когда эксперимент остановили. Ограничение калорийности снижало степень заболеваемости раком, диабетом, атрофией мозга и всеми заболеваниями, которые связаны со старением. И второе 23-летнее исследование тоже было проведено на макаках-резусах в Национальном институте по проблемам старения. В первом исследовании эффект от ограничения калорийности не показывал статистически значимой разницы между группами, то есть калорийность не снижала общую смертность,
Однако ограничение калорийности у обезьян снижало степень заболеваемости и снижало количество заболеваний, связанных со старением. Однако во втором исследовании результаты не были столь обнадеживающими. И вот почему. Выживаемость не росла, не было отмечено существенной разницы в продолжительности жизни между группами, которых ограничивали по еде и которые ели как хотели. Однако показатели здоровья были лучше у животных, которых ограничивали с самого раннего возраста по потреблению калорий. И даже те животные, которые не ограничивали себя в середине их жизни, когда их посадили на диету с ограничением калорий, тоже получили положительные результаты в плане здоровья. Был показан позитивный тренд. Получается, что результаты этих двух исследований явно различаются. Но что же научно-популярные колонки говорят на этот счет? А все просто. Они говорят, что результаты второго исследования просто неправильны. Это неправильное исследование. Это все абсолютно некорректное исследование. Многие об этом говорят и решили, что все вот на людей, на обезьян есть калорийное питание не действует. Во-первых. И такой фанатизм, честно говоря, меня пугает. Ведь из этого появляются големы и различные демоны, которые все объяснят голоданием. Также важно отметить, что исследования не говорят о продолжительности жизни. Они говорят о повышении выживаемости, а как мы помним, это разные вещи. Ученые поступили следующим образом. Они объединили в 2014 году два этих исследования и получили скорректированные результаты. И это значительно лучше, чем просто говорить, что какое-то исследование просто неправильное. И вот что рассказал нам о голодании этот объединенный анализ. Почему же во втором исследовании повышение продолжительности жизни не было статистически значимым? Дело в том, что контрольные животные в этом исследовании не переедали. Их диета строже контролировалась и не допускала чрезмерного повышения веса. В то время как в самом первом исследовании обезьяны питались по принципу ad libitum и переедали, повышали свой вес и в итоге умирали раньше своих коллег, которые имели ограничение калорийности, и их рацион контролировался. И это важно, ведь результаты, которые нравятся журналистам, как правило, сравнивают крайности. Как только наука вводит более строгие протоколы, псевдонаучные сенсации пропадают. И это хорошо. У человека есть показатель массы тела, нормы массы тела. Это так называемый индекс массы тела. И оказывается, у приматов тоже есть такой показатель. Существует библиотека, где есть усредненный показатель массы тела всех приматов. Это средний вес приматов, которые распределены по всем научно-исследовательским институтам в США. Сравнение телосложений контрольной группы с этим показателем, средним весом примата, показало, что обезьяны в контрольной группе переедали, и их масса тела была на 7-10% выше среднего. Анализ 2017 года продемонстрировал разницу в кормлении у обезьян, уточнил ее, показал разницу между нутриентами и также продемонстрировал разницу в массе тела. Подробнее вы можете почитать этот анализ в описании к видео на YouTube, там есть ссылочки на все ресурсы, с которыми вы можете ознакомиться ближе. И в итоге исследователи выделяют главный фактор, который влияет на выживаемость – это масса тела и ее отклонение от нормы. В выводах этих двух исследований просто не может быть противоречий и непоследовательности. Они дополняют друг друга и подтверждают, что увеличение продолжительности жизни зависит от энергетического баланса. Диабет, рак и сердечно-сосудистые заболевания. Лишний вес повышает риски развития этих болезней. Данные из обоих исследований показывают, что контроль потребления пищи и вследствие снижения массы тела и ее нормализация снижает смертность. Но важен возраст, то есть то, когда была начата диета, и время определяет степень положительных эффектов. Так что чем раньше вы снизите массу тела в случае избыточной массы тела, тем лучше. И даже в возрасте, когда, как говорится, поздно пить боржоми, снижение массы тела положительно влияет на здоровье. У обезьян в первом исследовании, которых ограничивали, не было показано признаков диабета второго типа, потому что обезьяны не толстели и имели сниженный индекс массы тела. А вот в контрольной группе было 38 обезьян, они ели без ограничения. 5 из них уже к концу жизни получили диабет, а 11 из них получили преддиабетическое состояние. Животные на ограничении калорийности не показали ухудшения метаболизма глюкозы. А во втором исследовании животные с ограничением калорийности
показали улучшение липидного профиля крови, уровня инсулина и показателей глюкозы крови, что тоже говорит о хорошем состоянии их организма. Исследователи подчеркивают, что та степень ограничения, которая дает максимальные преимущества для здоровья и для продолжительности жизни, еще не определена, но является активной темой для обсуждения. Если мы возьмем второе исследование, где не было показано статистической значимой разницы между группами, мы можем сделать определенные выводы. Статистической значимой разницы выживаемости нет, следовательно, но... И мы можем сказать о том, что контроль и есть та норма, когда дальнейшее преимущество в выживании не достигается за счет снижения калорийности питания. Ну что ж, давайте приступим к основным выводам. Это сложный материал, и я не уверен, что все досмотрели до конца, но если досмотрели, исследователи выделяют главный фактор, влияющий на выживаемость, и это масса тела. СМИ и журналисты подменяют ограничение калорий, снижение массы тела и контроль массы тела одним простым решением, одной практикой – голоданием. И это довольно опасная практика, и об этом будут следующие ролики. И мы знаем, это известный факт, положительный энергетический баланс, профицит энергии, избыточная масса тела связана с заболеваниями, с риском развития рака и прочих радостей как у животных, так и у людей. Исследование на животных показывает, что во время роста и развития в первые месяцы и годы жизни повышенное потребление калорий позитивно влияет на развитие животного. А во второй половине жизни, наоборот, снижение калорийности повышает выживаемость и снижает риски развития заболеваний. Так что каждому возрасту свое норма потребления. Исследования на животных показывают такие результаты вследствие особенностей дизайна экспериментов. Переедание сокращает продолжительность жизни у крыс, а ограничение калорийности питания помогает контролировать массу тела. В некоторых исследованиях крысы были в два раза толще своих голодающих коллег. Понимаете? Не забывайте, крысы не люди. Их поведение – это продукт адаптации к лабораторной обстановке, которая провоцирует чрезмерное потребление пищи и ограничивает их физическую активность. Кормление по собственному усмотрению не может рассматриваться как стандарт здорового животного для группы контроля. Использование таких животных с таким протоколом считается ограниченными для того, чтобы делать долгосрочные выводы в плане продления жизни и повышения выживаемости. Ограничение калорий или ограничение конкретных питательных веществ в рационе животных по-разному влияет на выживаемость у разных животных. Голодание – это генотип-специфическая вещь, и в зависимости от генетики она может как увеличить продолжительность жизни, так и сократить. Данные из исследований уже на обезьянах показывают то, что ограничение калорийности питания и вследствие снижения или контроль веса снижает смертность. Но важен также время, когда началась диета, и это время определяет степень положительных эффектов. И у обезьян, и у грызунов введение контроля рациона даже в середине жизни иногда позволяет задержать развитие болезней и повысить выживаемость. Так что если у вас есть лишний вес, самое время его сбросить. Также существует оптимум в потреблении энергии, который необходим для максимального роста и развития. И это оптимум, который способствует повышению выживаемости. Чем раньше вы снизите вес, тем лучше в случае наличия избыточной массы тела. И даже когда, как говорится, поздно пить боржоми, снижение массы тела все равно улучшает показатели здоровья. Некоторые ученые относятся к термину увеличения продолжительности жизни в контексте подобных исследований довольно скептично и предлагают другой термин – повышение выживаемости, поскольку увеличение продолжительности жизни за пределами биологического порога не было показано. Если раньше посты на Facebook, научно-популярные статьи, издания и даже научно-популярные книги для нас были способом избежать желтухи, которая льется с телевизора, избежать лженауки и заблуждений, которые рождает обычная СМИ, то сейчас научно-популярный контент создает мифы не менее абсурдные, чем было раньше с обычным телевидением. Телевизор рассказывает о страшной и пугающей технологии ГМО, которая изменяет геном.
Желтая пресса рассказывает об огуречных диетах, которые помогут сбросить вес за неделю, где-то 20 килограмм. А веганы и сыроеды рассказывают о нашумевшем китайском исследовании и о том, что мясо вредно, вызывает рак и вообще сокращает продолжительность жизни. А научные популяризаторы искренне верят, что голодание продлевает жизнь. Друзья, если вы досмотрели этот ролик до конца, я вас поздравляю. Вы очень необычный обитатель этой планеты, поскольку это сложный и насыщенный информацией материал. Поэтому специально для вас я предоставляю промокод на мою продукцию в описании к видео. Там есть промокод и ссылочка на сайт. Поделитесь опытом голодания, если он у вас есть, в комментариях к видео на YouTube, было бы очень интересно почитать. Если вы знаете людей, которые пострадали от голодания и опасных практик, расскажите об этом в комментариях к видео. Друзья, если вы интересуетесь темой различных добавок, которые влияют на функциональность и на силовую выносливость, например, то подписывайтесь на мой Instagram, ссылочка будет в описании к видео. Там я проведу конкурс и разыграю креатин-моногидрат, рекламу которого вы видели в моем ролике. В Инстаграме будет пост обсуждения голодания. Кто подпишется и примет участие, сможет получить креатин абсолютно бесплатно. В следующих роликах я расскажу о великолепной аутофагии, которую нужно обязательно запустить, и о том, как связан Нобелевский лауреат с этой историей. Также поговорим о периодическом голодании и кето-диетах. Так что подписывайтесь, чтобы не забыть. И чтобы получить уведомления, нажмите на колокольчик.